Добрый день. Во времена советской эпохи именно в таком стиле делалось все остекление террас. Террас, может быть, даже и домов. В этом есть своя узнаваемость, в этом есть свой колорит, но и в этом есть и свой минус. Дело в том, что такое остекление велось остеклением в одно стекло. Поэтому это довольно красиво, эстетично летом, но зимой это не практично, так как холодно. Да и по правде говоря, и остекление такое наверняка было вынужденное из-за того, что, вероятно, не было возможности вставлять большие стекла везде, а остекление нужно. А эти стекла, они и найти такие стеклышко маленькое легко, и заменить его легко. То есть не надо, если что, менять целое стекло огромного формата. Менять можно было маленькие стекла. Но, тем не менее, именно вот такой фасон окон, или еще ромбы были, ну, такой вид окон, он классифицируется у нас как советская эпоха. И многие не хотят менять их. Многие хотят оставить такой внешний вид, чтобы была узнаваемость старины. Но как сделать такие окна, чтобы они были в том одновременно и старые, и узнаваемые старые советской эпохи, и чтобы они были теплые? Я нашел решение, и сейчас я вам о нем расскажу и покажу. Дело в том, что такие окна делались хоть и в одно стекло, но, если вы видите, они делались с толстой рамой. Потому что это все-таки конструкция, она не должна быть хлипкая. Поэтому я этим и воспользовался. И так как рама толстая, я сделал второе остекление. Выглядит это вот так вот. Если вы посмотрите, то вы особой разницы не заметите, как будто это действительно советская эпоха. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что сделаны накладки из дерева. Они как раз держат вторые стекла. Вот так вот это, наверное, лучше видно. И тем самым получился двойной стеклопакет. С форточками тоже проблем не возникло. Форточки тоже сделал таким образом, что их можно открывать. Вот если конструкция не позволяет сделать такое стекло, то есть вставить стекла и закрыть их перегородками, как в вариантах с окнами, если только дверь, и дверь это довольно такая массивная, и перегородки сюда вставлять, ну, не совсем целесообразно. Потому что дверь часто открывается. Я решил поставить сюда, вмонтировать маленькие окошечки вторым рядом. И сейчас я это буду делать и покажу, как получится. Я для этого подготовил маленькие гвоздики. У меня уже готовы стекла, нарезанные в размер. Вот тут нужно учесть. Сейчас я покажу. Вот тут нужно учесть, что стекла, когда, если планируете стекла вырезать и делать по такой же конструкции утепления, то стекла нужно вымерять не по самому краешку, потому что, как правило, под скосом делались рамы. И если вы по краешку сделаете размер окна, то вам окно будет не вставить, оно упрется вот сюда вот. И дальше не пройдет, то есть у вас окна будут внешние. Задумка такая, что окна углубить внутрь, поэтому нужно, чтобы окна заходили внутрь паза. Для этого их нужно делать на несколько миллиметров меньше, чтобы они входили. Но все равно
идеально сделать наверняка не получится, чтобы поставил и прибил гвоздиком. Наверняка где-то нужно будет что-то подтачивать, так что, возможно, и нужно будет приготовить какие-то инструменты, чтобы все-таки где-то подточить дерево, чтобы окно встало, как говорится, заподлицо. Итак, начнем. Забить гвоздь рядом со стеклом, чтобы не расколоть его. Гвоздь ставится к стеклу, а молоток просто возится, прижимается к стеклу и возится по стеклу, не стукая по стеклу, а просто возится по нему, как будто вы подметаете стекло. Вот так вот. Возите прямо по стеклу. Гвоздик забивается. Наша работа потихонечку спорится. Стекла вставляются и забиваются маленькими гвоздиками. Где-то гвоздик можно забивать один на два стекла. Чтобы получалось крепление. Трудно поймать фокус, так как стекло как зеркало. Сейчас доделаем оставшиеся два стекла и уже будем отделывать стекла замазкой. Остеклил вторым слоем дверь. Теперь дверь тоже утеплена. Двойные стеклопакеты теперь стоят не только по окнам, но еще и по двери. За все мне обошлось мне это приблизительно 5-7 тысяч рублей. Полностью всю остеклить, всю террасу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это идет порядка 7 окон, приблизительно 1 м на 1 м 10, плюс дверь. Так что, как вы понимаете, остеклить лоджию с таким объемом работы не такое уж дорогостоящее предприятие. Поэтому все это было решено, куплено, сделано и смонтировано. И теперь терраса подготовлена к зимнему периоду. Если же это видео было вам интересно, прошу ставить лайки, подписываться на канал.